Всем привет! Сегодня я с вами хочу поделиться, как дать вторую жизнь вот такой вот кофемолочкой. Отдали мне ее, она была заклинившая, не проворачивался даже вот этот вот ножичек. Я ее разобрал, посмотрел, там просто долго на ней мололи кофе, она вся была внутри забита. Немного почистил, все смазал, и она работает. С ней не было вот этой верхней крышки. Понятно, что для кофе я ее использовать не буду, а буду использовать в рыболовных целях для приготовления прикормок. И вот смотрите, как я вышел с положения. Здесь вот была мелкая неудобная кнопочка. Просверлил отверстие, вставил кусочек трубки от антенны, сверху болтик. Теперь уже удобно нажимать. Также мне ее отдали без крышки. Вот что я придумал. Взял верхнюю часть от обычной PET-бутылки. При помощи строительного фена чуть-чуть ее подогрел. Получилась она немного кривоватая, но это ничего страшного. Зато очень плотненько стала заходить. Также ее очень легко использовать именно как черпачок для приготовления каких-то там прикормок. То есть зацепили, высыпали, закрыли. Как вы видите, все отлично видно через эту бутылку, сидит плотно, ничего никуда не вылетает. И теперь вы с легкостью можете делать хорошие прикормки для рыбалки. Вот как вы видите, такая фракция получается. Семечки мелит отлично. Давайте еще сразу же глянем, как она будет молоть горох. Также черпанули, засыпали. Смотрим, что получилось. А получилась вот такая вот мука. Все отлично работает. Спасибо соседу, что подогнал такую полезную вещь. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, что это видео для кого-то было полезным. Всем пока и до новых встреч. До новых интересных видео.